Так мы приехали в Саблинские пещеры, переоделись и будем выдвигаться в сторону моста через речку Тосна. От него пойдем налево. Не знаю, какая пещера у нас по порядку будет первая, которую найдем, в ту и пойдем. Я думаю, что это будет жемчужная. Вот. Сколько пещер посетим, ну, сколько нам хватит по времени, столько и посетим. Ну что ж, вот мы пришли на берег реки Тосна. Река в начале января полностью вскрылась ото льда. Теперь по льду, естественно, никуда не допехать. Так что пойдем по берегу. Вот она табличка. Саблинский памятник природы. Вот там вот находится левобережная пещера. Вот тут вот спуск к ней ведет. Она платная. Вот больше 500 рублей с человека за посещение. Ну, правда, с экскурсоводом все покажут, поводят и расскажут. В принципе, неплохой вариант, цивилизованный. Но мы там уже много раз были. Даже не раз, а несколько. Теперь нам это не очень интересно. Потому мы идем в нецивилизованные варианты. В дикую пещеру жемчужная. Ну что ж, мы обнаружили вот такие метки на деревьях. Бутылки, пакеты. И такую тропинку, идущую вот наверх. Я предполагаю, что это вход в одну из пещер. Скорее всего, в жемчужную. Тропинка не скользкая, на удивление. Но снежком все запорошило. Очевидно, в данный момент пещеры никем не посещаются. Да. Нарисовано. Очевидно, это жемчужины. Или пельмени. Но, скорее всего, конечно, это жемчужины. С очень узким ходом внутрь. И какой-то одеждой. Ну что ж, я все-таки забрался. Чуть не расшиб камеру. Тропинка все-таки оказалась скользкой. Ну что ж, вот они входы. Один и второй. Да, вход в пещеру исключительно ползком. Очень узкие проходы. На корточках тут уже вообще никак не ползешь. Что ж, видно, остался только один ход. Вот через такой узкий лаз. Правый ход завален. В смысле, левый. В нем образовался обвал. Видимо, новый. Идем красиво. Находимся мы вот где-то в этой части. А вот и Юра. Он на подходе пролезает с рюкзаком через узкий лаз. Да, я прополз. Да. Вот это обвал называется. Еще недавно тут было на месте потолок. Поэтому давайте говорить тише. О, бабочки. Какая красота. Красивые. Какие-то такие разноцветные. Я бы сказал даже. Аккуратно, Юра. Голова еще пригодится. Миш, я поползу долго. Хватит ржать. Мой. Я так, я полудухлый крабик. Как я вас всех ненавижу. Но если я это сделаю, меня ждут вкусные наггетсы куриные. Я красивая? По-любому. Я лучше всех? По-любому. Это лучше. Но я это сделала.
Я это сделала. Нет, все, я уже не ползу. А? Я уже стою. А, то есть только вот это? Да. Какой обвал здесь случился. Геннадий, ты же пришел. Пещерка. Какой грандиозный обвал. Ну, это точно жемчужная. На фото и видео я видела тут момент. Пещеры мы не ошиблись. Ну что ж, переместив вещи, наверное, ставим их все-таки прямо здесь. Мы выдвигаемся в подземное царство дальше. Туда идет 5.5 километров ходов. Куда? Дальше. Какой интересный рисунок. Странной спиралью пирамидка. Ух ты. Здесь что-то заложено, нарисовано. Рожица. И вот какая штука. То ли тут был обвал. Да, похоже, что это был обвал. Но уже давно. Ух ты. Ничего себе. И череп тут нарисован. Он, кстати, указывает на выход. Да, смотрите-ка, мышка. Они еще здесь есть. Ты не поверишь. Но вот это вход. Вот здесь ты передавал мне рюкзаки. Да, кстати. Да, круто. Мне кажется, что тут все подзавалило. Причем так конкретненько. Есть проход? Вроде бы есть. Куда? Вперед или направо? Налево. А направо? Направо тоже есть. Сейчас я посмотрю. Ну вот там направо. Направо? В теории. Одно плохо, я абсолютно не ориентируюсь. Вообще? Где выход, я помню. Но по карте что-то совсем не совпадает с тем, где мы гуляем. Вообще никак. Да, что-то тут такое свеженькое. С заваленными ходами. Вот такие вот они обвалы. Ух ты, смотрите, какой черный след такой, да? Порода интересная. Непонятная окантовочка. Черного цвета. Да, если в других пещерах мы прекрасно ориентировались и понимали, где мы находимся, в большинстве своем случаев, либо они были настолько маленькие, что очень легко можно было найти, да, выход, то сейчас все время все оказывается не с тех сторон, где мы ожидаем. Ух ты, смотрите-ка. Ух ты, какие мышки. Ух ты, сколько их там набилось-то. Раз, два, три. Четыре. Да. Я нашел проход дальше. Вот он. Знак 2 километра. Да, это вот тот спелеолог. Забыл, как его называют. В общем, очучили спелеолога. Нас предупреждали в описании. 383. Тут какой-то свежий обвал. Я бы сказал. Да, не стоит туда идти. Ого, капает. Нет, туда образовал, образуются сталактитики и сталагмитики. Значит, ориентируемся на крестик, когда будем выходить. О, я нашел могилу. Я нашел могилу.
собак. Последний раз были 24, даже 31 января, если быть точным. Недельку назад. Да. Пишут, что пещеры обваливаются, и надеемся, что все вышли. Собственно, это мы уже поняли. Выгул собак. Парковка автомобилей запрещены. Остановка автобуса. О, да, какая красота. Ух ты, какие обвалы. О, какое лицо, смотрите. Вот оно лицо. Что это? Дельфинчики. Пещерные дельфины. Ух ты. Ничего себе, какая красота. Так, корешки. Вот такой череп. Какая физиономия. Что это? Не знаю. В общем, что я могу сказать? Давайте попробуем проследовать к выходу. Потому что, если честно, я абсолютно не ориентируюсь. Боюсь, что дальше я уже окончательно собьюсь. С идеей, да, как нам выйти. Здесь еще табличка «Копать запрещено». Да. Да, мы не попали. Да, по-моему, нам тоже сюда. Вот, сейчас попробуем разобраться. Здесь что-либо отыскать достаточно проблематично. Я думал, что мы дошли где-то максимум до метро, и там решили все-таки остановиться. В общем, я не рекомендую ходить нынче, особенно по весне или по, скажем так, зиме, когда все тает. Пещера жемчужная. Здесь очень много обвалов, здесь реально стрёмно, из-за того, что, соответственно, ни одна карта, которую мы видели в интернете, да, она реально не соответствует, почти вообще никак не соответствует тому, что здесь на самом деле. По причине того, что с момента составления этих карт произошло множество обвалов, и пещера просто кардинально изменилась. Вот. Могилу белого спелеолога мы дошли, нашли. Вот. Каким образом мы к ней вышли, это вообще отдельная песня. Это совсем не так, как на карте было показано. Вышли мы как-то по-другому. Вот. Сейчас мы тут немножко перекусим, передохнем и попробуем посмотреть следующие саблинские пещеры. Конечно, тут можно пройти дальше, мы видели проходы. Вот, но идти туда, не понимая, где ты находишься, немного опасно, мягко говоря, стрёмно, потому что действительно пещера не маленькая. Вот, и можно не выйти. Потому лучше мы все-таки пойдем чуть дальше, посмотрим другие пещеры. Вот, а это оставим явным специалистом. Либо когда пойдем сюда в следующий раз, возьмем какого-нибудь опытного проводника, который реально знает, куда идет. В общем, могу сказать одно. Саблинские пещеры, по крайней мере, пещера жемчужная, это явно дело для очень увлеченных людей, да, профессионалов, и место для прогулок обычным людям. По крайней мере, именно пещера жемчужная. Что касается остальных, сейчас посмотрим остальное. Вот, жемчужную соваться, когда идет оттаивание, явно не стоит. В общем, как пишут в интернете, пещера жемчужная, вот, как, впрочем, и что нам осталось, 10-20 лет до полного разрушения. Вот. Если раньше относился я к этому достаточно скептически, то сейчас, даже по своему собственному опыту, я был вот уже в пещере до этого. Вот, правда, было я достаточно давно, лет 8 назад. Вот, могу сказать, что все даже с тех пор изменилось, ну, просто кардинально. Теперь это все смотрится совсем по-другому, ходы другие, все другое. В общем, мир меняется. С одной стороны, к лучшему, с другой стороны, конечно, жалко пещеру. Потому что явно я остался недолго. В общем, не рекомендую никому ходить в пещеру жемчужная по весне, лету или зиме, которая не зима, а на самом деле весна, когда капает вода. Мы видели следы просто свежайших обвалов. Тут происходят они просто постоянно, каждый день. Вот. Видно обваленные камни везде.
продвигаться на самом деле стрёмно, потому что действительно в любой момент она может быть просто захлопнута, и ты останешься здесь навсегда. Добавлю больше, пещеры действительно очень путанные, ни одна карта современная не соответствует реальным. То есть то, что опубликовано в интернете, оно вообще никак не сходится с тем, что здесь находится на самом деле, из-за того, что обвалились очень многие ходы с момента составления этих карт. Вот. Пещеры абсолютно видоизменились. Вот. Мы дошли таки до могилы спелеолога, мы посмотрели ее. Скорее всего, мы вообще прошли каким-то странным путем с другой стороны, до той самой могилы. Вот, а не так, как задумывали с самого начала. Вот, проходы дальше были, то есть, скорее всего, до озера все-таки дойти еще можно. Вот, можно там погулять и дальше по другим просторам, но, в общем, мы не решились, потому что действительно достаточно обвало опасно все это выглядит. И идти дальше, ну, просто реально страшно. Возможно, мы сюда еще вернемся, в эту пещеру. Вот. Но сейчас мы посидим, передохнем у выхода из пещеры уже практически. И отправимся смотреть пещеры дальше. Например, Санта-Мария и Штаны. Посмотрим, что происходит там. Даже сейчас, сидя здесь, мы видим, как с потолка песчинка за песчинкой падает песок вниз. Одна за другой. В других пещерах такого мы не видели. Тут реально видно, как песчинка за песчинкой формируется вот этот вот пол, падая с потолка. Перекусили. Наггетсы были вкусные. Тихо-тихо. В общем, мы думаем, что оставаться долго здесь небезопасно. И потому начинаем плавно собираться для того, чтобы покинуть жемчужную пещеру. И выдвинуться в поиски пещеры Санта-Мария. Юра тоже собрал новую экспозицию. Да. Вот такая вот экспозиция ждет здесь тех, кто отважится все-таки сюда спуститься. Только сейчас заметил, что прямо перед нами находится женское лицо. Ну вот, собрав лагерь, мы теперь выдвигаемся дальше. В смысле, к выходу? Выход уже здесь. Что ж, вот там у нас был выход. Он и есть. Слава богу, он на месте. Ну что, сейчас ползком будем выползать. Я вылез наружу. Остальных вылезальщиков. Наверное, не знаю. Да, снимает. Рождение. Да, рождение. Из земли. О. Привет. А я здесь останусь. Да, ты останешься здесь жить? Да. Тебе так понравились пещера? Да. А что, наггетсы остались, господи, термосы есть. Все нормально. Можно жить, стало быть. Да. Ай, господи, боже. Полудохлый крабик, блин. Ой. Нет, ну вот это... Попу кверху и вот так вот. Даже было докатиться до такой жизни. Ой. Я все еще красива. Поздравляю, мы побывали в пещере Жемчужная. И сейчас выдвигаемся в сторону пещеры Санта-Марии. Потом, возможно, посетим Штаны. Не знаю, что мы успеем, что мы не успеем, что мы найдем, что мы не найдем. Еще зубная паста есть. Бог. Еще зубная паста. Да, зуба можно еще почистить зубы. Там щетка даже есть. Да, и даже есть щетка. Слушайте, конкретно. Да. Есть обувь. Обувь даже есть. Да. Носки. Можно практически одеться и обуться. Еще и зубы почистить. Ну что ж, добро пожаловать на землю. Как мир прекрасен. По-любому. Мы вылезли из пещеры Жемчужная, из жемчугов. И... будем выдвигаться дальше. Пробуем добраться наверх, посмотреть, что там.
Ну что ж, продолжаем подниматься наверх. Что, нам реально подняться? Да более чем. Нисколько? Вот, там наша пещера была. У тебя все ботинки в песке. У кого? И это помогает. Вот это вход корни, который раньше был в эту пещеру. Как говорят, сейчас от него ничего не осталось. Может, и не в корне был вход. Но, в общем, здесь сейчас оборудован лагерь. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, это бывший вход корни. Ну что ж, мы идем дальше. На поиски пещеры Санта-Мария. Красивые излучины реки. Тосно. Или вот это бывший вход корни. Скорее даже вот это. А кто, что больше тут ничего нет. Никаких входов. Да, только вот так вот. Проседающие. Понятные. Да, непонятные проседающие дырки в земле. Это следы обвалов, провалов пещер. Вот то, что мы видели, всякие завалы в пещере, это вот оно провалилось все туда. Вот это? Да. По-моему, это один из бывших лазов в жемчужную. То есть мы все-таки еще не дошли, да. Ибо там у нас просвечивает свет. Скорее всего, это не вход в пещеру, либо это старый вход в жемчужную. Свет пробивался вот отсюда. То есть тут такой сквозной ходик. Обвал какого-то старого входа в пещеру. Здесь какая-то плита и решетка. Даже непонятно, что это, завалено или перекрыто. В любом случае, мы идем дальше, так как тут пещер нет. Проходим вот такие вот причудливые ворота. Какой-то очередной обвал. Явно выход в пещеру. Какая-то вновь открывшаяся полость. Это этот вход? Нет. Это какой-то обвал. О, я вижу ботинки. Подозреваю, что они что-то да означают. Вот это явно вход куда-то. Что ж, мы нашли очередной вход в пещеру. По-моему, все-таки это большая пещера. Если честно, по-моему, это все-таки не Санта-Мария, а штаны. Да? Санта-Мария либо завалена, либо мы ее прошли. Хотя, может быть, это и Санта-Мария. В общем, залезем внутрь, попробуем сориентироваться по карте. На другом берегу мы видим чуть наискосок стоящее здание. Какая-то новостройка. Непонятная. Ну, в общем, будем развлекаться. Что ж, попробуем заглянуть вовнутрь. Судя по плитам, это все-таки штаны. Да и по карте все сходится, что мы их нашли. Плитами пытались перекрыть вход. Очевидно, не получилось. Вот такая вот она карта штанов у нас. Попробуем. Это вторая по протяженности пещера, около 2 километров. Тоже достаточно большая. Попробуем походить, посмотреть, что там да как. Ну что ж, попробуем заехать в пещеру. Пещера штаны. Таких обвалов не видно. Хотя, конечно, тоже все мокренько. Да. Ты что, снимаешь? А то.
Да, каждый раз приходишь в пещеру. Мама хочет остаться. А потом нравится, не хочет выходить. А вот и мама. Она все-таки въехала. Конечно. Ты вошла, да? Да. Я вошла, держи. Во. Ого. Вот это полость. Больная. Большой зал. Какие-то лица. Да, и даже табличка с надписью. Выход. О, какое лицо или не лицо, это что вообще такое? Да, интересная колонна. Ух ты, летучая мышка. Да, смотрите, летучая мышка. Даже не одна, а несколько. И здесь Пацифика. Знак Пацифики. Где мышка? А мышки вон наверху. Так вон. Вон тут тоже. А, тут тоже мышка? Прямо в Пацифике. Ух ты, мышка в Пацифике. Спряталась. О, а это что такое? Пингвины, может быть. Кто? Пингвин, заяц. Пингвин, заяц. Да, прям заяц. Да, что-то непонятное. А, прям все вырезано. В каких-то непонятных надписях. В обвалившихся орнаментах. Вижу 2003 год. Теперь даже не понимаю. О, какой знак. Непонятно чей, непонятно чего. О, Quake 2! Вот это зачет. Да. Какой-то. А что это Quake 2? Клоун. Компьютерная игрушка. Где? Вот. То вот Quake 2. А. Это эмблема компьютерной игры. Quake 2. Да, вот это, кстати, клево смотрится. Вообще. Да, что-то во рту лежит у него. Что именно, не совсем понятно. Ну что ж, попробуем двинуться дальше. Да, точно, смотри, еще лицо. Сколько тут лиц. Лиц очень много, вон, посмотри. Смотри, Наташа. Красиво смотрится. Такие желтенькими песочками. Еще лицо, да. Вот это живописная пещера. Очень много. Вот таких следов обвалов больших, как мы видели в жемчужной, здесь все-таки нету. Вот такая мышка. Да, прям лежит. Ой, еще мышка. Да, мышек много. Интересно. Налево пойдешь, коня потеряешь. Направо пойдешь. Тоже непонятно, куда придешь. Ух ты, что-то я там вижу. Направо. Какой-то столик, не столик. Даже не знаю, что это. Да, здесь зарыт клад. Точно. По-моему, мы найдем здесь клад. Вот, внизу в стене. Вот туда, куда я свечу. Показываю камеру, естественно. Не видишь? Вот. А, да. Как типа, как гера, атлант. Да. В разноцветных слоях песка. Красиво вырезал. Да, вон еще мышки. Спрятавшиеся.
Да, здесь был Ярик. Юрик. Ярик. О, какая красная стрелка. Огромное количество всяких резаных, вырезанных перчатки лежат. Да, тут стоянка. Да, везде лица. Очень высокохудожественная пещера. Здесь тоже лица. Очень много красивых выдолбленных лиц. Относительно жемчужины не кажется такой страшной. Mm-hmm. Что в жемчужине что-то вообще происходит нездоровое с обвалами. Куда ни посмотришь, виды следы обрушений свежих. Красивая летучая мышка. Еще посмотрите, здесь тоже. Да, еще одна. Да, да, точно. Еще одна мышка прямо здесь маленькие. Где-то. Угу. Да, ориентироваться здесь по карте значительно проще. Эта пещера на порядок проще и приятнее. Кто здесь? С шеей. Да, что-то такое типа черепа. Ага. Ну, да, здесь ориентироваться куда проще. Единственное, что мне ходить приходится на коленках. Черная стрелка ведет на выход. Вода, просачивающаяся сквозь камень. Летучие мышки. В общем, большой. Хочет забраться на постамент и изобразить статую. Но это же явно под статую место. Это хорошо? Ух ты, смотрите, тут водокап. И тут подставлены посудины. Прямо под него. Ух ты. Вода. Идите сюда. Здесь клево. Да, смотрите, настоящее кальцитовое отложение. Здесь уже много лет капает. Ого. Начали образовываться сталактитики и сталагмитики. Маленькие, но они есть. Да. Красота. Какая-то белопузая летучая мышь. Тоже непонятная. А, какое лицо. Где лицо? Давай. А, да. Сюда капают капельки. Образовываются дырочки. А там внутри пещерный жемчуг. Тут настоящий клад. Патроны, гильза. Крышки. Да. На улицу? Да, здесь бетонная плита и... Ух ты, да, посмотри, мы пришли к выходу с другой стороны. А, дальше. Обалдеть. Что? Все-таки достаточно путанно мы гуляем. Я пришел к водокапу, где набирают воду местные спелеологи в очередной раз. Обвал не свежий. Ну что ж, очевидно, мы здесь. То есть мы попробуем сейчас пройти вот куда-то сюда. Побродить там, там, там. Куда, в общем, добродим. Что? Остановка первого вагона. Остановка первого вагона, это верно. Вот в этом районе остановки первого вагона есть проход дальше. Как раз таки в дальнюю часть пещеры, которую мы пытаемся найти. Да. Мы здесь, нам сюда. Туда? Да. Смотри, там есть проход дальше? Там должен быть поворот налево и направо, как ты вылезешь. Налево есть и направо есть. Направо можно, налево нет. Очень странно. Нет, дальше туда, Юр, надо ползти. Вообще во все стороны тупик? Вообще во все. Ничего себе. То есть как бы, ну, поворотики... Но они заканчиваются тупиком. Абсолютно уверен. Да. Ну, либо завалило, либо мы не в той части. Ну, пойдемте тогда, что еще туда дальше, что еще остается. Куда? Прямо. Может, в дальнюю часть пещеры мы тогда не попадем. Ну, хотя бы здесь походим. Немножко.
Ну, Юр, это точно там было. Кажется, валила. О, какой-то ключ. Старый ключ. Непонятно какого века или года. Старый-старый ключ. О, какой череп. О, ты да. Красавец. Ух ты. 2015 год. Свеженький. По крайней мере, сверху надпись, да. Или даже 2018. Череп из будущего, да. Пока мы тут ползали, наступило будущее. Это были пещеры времени. О, 14.11.06. Здесь солнышко. Солнышко, да. Тут все в лицах. Мартышка, да. Мышка. Мартышка. И мышка, да. О, лучше на это посмотрите. Елень висит. О, какая красота. Смотрите, какая штука. Ушу лицо. Да, лиц великое множество. Да, вот этот атлас. Он длинный. Ух ты, мышки какие. Так, мы идем по этому длинному узкому лазу внизу. Мы здесь. Вот этот тупичок. Ух ты. Какой-то непонятный знак. Вот тут ход раздваивается у нас. Они оба закончатся тупиками. Мы посмотрим, что там. Да. О, там стоянка. Да, очень похоже. Что это она? Даже есть журнал. Знак 40. Ух ты. Хе. Один из бухгалтерии даже есть. Да. Диск. Обалдеть. 1С бухгалтерия добралась до пещер. Да. Интересно, это что такое? Горшок, что ли? Думаю, что да. Думаю, что сюда ходить не надо, это горшок. Ну, что там? Только... А это стреляли, да? Да, это стреляли. О, да. Сейчас посмотрим журнал, присядем, переведем дух. 5.01. Да. То есть вот вообще. Народ здесь был. То есть даже меньше на этой неделе. Прошел из жемчужной 12.05. Супер, ничего себе. Здесь пещеры раньше с жемчужной соединялись. А-а-а. По слухам, что это давно все кончилось, но... Вот человек пишет 12.15, что прошел из жемчужной. Вот. Скоро в пещерах начнется добыча сланцевого газа. Горелки рекомендуются. Ух, упс. Кукла какая-то. Что там, беда такая? Люська. Кукла Люська. Здорово тут. Мило. Приятная стоянка. Дух перевести хорошо. Вот, если стоянка у нас вот здесь находится, то мы хотим сходить еще вот в этот коридор. Смотри, что здесь. Но потом плавно будем, да, выбираться к выходу. Да, такая более приятная пещерка. Вот эта вот штаны все-таки. Они куда более гостеприимны. Да и по карте ориентироваться проще. Единственное, что мне так до сих пор непонятна судьба прохода. Просто если Юра действительно внимательно все смотрел, то, скорее всего, просто вход в дальнюю часть пещеры сейчас отрезан. И осталось только вот до этого места, вот эта часть пещеры. Ну, посмотрим. Да, все хорошо, но ходить приходится на коленках. Какой-то бар, кухня, я бы сказал. Огурчики. Надо заточить. Да, настоящие огурчики. Банки, помидорчики.
Это бухло. В общем, можно заточить, да. Ух ты, да, ничего себе. Какой зеленый-зеленый череп. Миш, это наши сердца с тобой. Почему они такие дырявые? Не дырявые, сам ты дырявый. Вон. Вот эти наши, да. Да. А вот эти не наши. Это нет. Это не наши, нет. Где дырявые? Миш, дай сфотографируй наши сердца. Ответственный за пожарную безопасность. Да. О! Миш, ты зайчика видел? Граждан. О, да. Смотри, какой керамический заяц. Да. Да, пещерный керамический заяц. Печка, керамика. Простите, народный судья. О. Прием дозорный. Граждан. Четверг с 19 до 11. Эх, опоздали. А что случилось? Прием граждан, видишь? Народного судьи. В четверг, да? С 9 до 11, да. Как мы это слушаем? Вот. Когда четверг, следующий ну... день? Вэх. Завтра следующий день. Что, нет, завтра теперь только в понедельник. К 16 до 19. Ладно. Вот он, МунКат. Вот это стоянка МунКат. Лети. Лети. И вот она, стоянка МунКат. Все-таки она в другом коридоре. То есть МунКат находится... Вот в этом штреке. Не в этом, а вот в этом. Тоже журнал, да? Пишем, цветочек тоже. Угу. Какая дата последняя, что написано? Последняя, не знаю. О, ручка даже есть. Да, ну первая. Все разваливается, ой. Ну, конечно. Старая тетрадка. Раритет. Что-то тут все повырывали. Еще ручки. Да. В общем, тут все повырывали. Ух, какое творчество. Вот это просто. Писюн. Здесь вырезанный писюн. Красотища. Главное, здесь можно стоять. Лети. Лети, да. А там письмо было. Институты. А кто это? Это писюн. В смысле? Писюн. А что это еще? Памятник фалосу. А, это член. С всего этого хода только один выход. Огурчики на кухне. Ой, елки. Ой, господи, как хорошо встать-то на ноги. Какой же это праздник. Что здесь? Гильза. Да. Вот спина, видишь, смотри. Мышек много. А вон там еще. Красота будет только. Мышки. Мышки. На самом деле можно и налево, конечно, тоже увидим. Ну, понятно, что там делать. Ползти не хочется. Ой. Ой, есть. Я уже чувствую воздух, он вдохнуло свежим, холодным. Мы хорошо погуляли по этой пещере. Она нам очень понравилась. Пещера, штаны великолепна. Ой. Будем постепенно вылезать отсюда. На улице уже стемнело. Уже стемнело. В общем, на сегодня наши пещерные изыскания будем считать законченными. Но обязательно вернемся. И в штаны, кстати, тоже. Потому что проход дальше найти интересно. Попробуем еще. Если он завален, то, возможно, его кто-нибудь откопает. Либо сами откопаем. Съедим ту еду все-таки. Ну, если откопаем проход, я думаю, да. Хотя, конечно, трогать не будем. Ну вот, мы вылезли из пещеры, из штанов. Как ваше впечатление? Из штанов. Юра, Наташа, понравились штаны? Да. Ну и здорово. Что ж, тогда будем полегоньку ковылять до нашей машины. Покорение двух самых крупных саблинских пещер у нас сегодня состоялось. Конечно, мы обошли их не все, частично.
да. Больше, да, это за это. Но погуляли мы неплохо. Думаю, что обязательно сюда еще вернемся. Ну вот, мы покидаем штаны. Это точно штаны. Значит, вот как раз на той стороне мы видим новостройку, домик. Он чуть-чуть левее от нас, через речку. Так что, в общем, найти достаточно просто. Вот подъем дальше на склон. К сожалению, мы тут вряд ли сможем подняться. Так можно было пройти по полю сверху, думаю, было быстрее. Тропинка, уходящая вниз на берег. Ну и тропинка, по которой мы пришли. Продвигаемся к машине. Мы пришли снизу. Теперь поднимаемся наверх по тропинке. На поле. Там вот у нас находятся штаны, пещера. Там вот у нас находится жемчужная. Красивый закат. Ну и мы штурмуем тропинку наверх. Попробуем пройти верхами. Более ровной местностью. Надеемся, будет проще. Какие-то тут литы, ступеньки. О, какие провалы. Прямо образовался пруд. Вот это все провалы в пещеры. Да. Над нами какая-то деревня. Стоит прямо на пещерах. Забавно. Вот где-то здесь, прямо под нами, куча подземных ходов. Ну что ж, мы добрались до машины. И теперь спокойно превращаться в белого человека. Да. Ну, наконец-то превращаемся в белых людей. Вынесли из пещеры. Отличная поездка. Жемчужная стрёмная, штаны интересные и замечательные. Как-то так.